фестиваль, конкурс хоровых коллективов образовательных учреждений города. Вот уже более 10 лет в стенах Дворца творчества нас радуют своими выступлениями хоровые коллективы. Нет на свете лучше инструмента, голоса, что музыкой живет. Нет для сердца лучшего момента, если хор возвышенно поет. Будто бы звучат органа трубы, тело так людей напряжено. О святом о чем-то шепчут губы, что с молитвой сопряжено. Вознесется голос в небе тая, словно это ангелы поют. И летает звук, не улетая, да и сам ты будто уж не тут. Голос, голос, кто тебя не слышит, тот без крыльев на земле живет. Кажется, что это небо дышит, кажется, что даль тебя зовет. Звуки все просторнее, все согласнее, будто наполняют паруса. Я не знаю музыки прекрасней, чем людские эти голоса. Позвольте перед началом представить наше уважаемое жюри. Хормейстер детской школы искусств Качанова Оксана Леонидовна. Медалист городского методического центра Ковырсина Людмила Александровна. Художественный руководитель Дворца творчества Томарева Марина Владимировна. Итак, первые участники. Младший хоровой коллектив Железногорской санаторно-лесной школы. Веселые нотки. Музыка Крылатова. Слова Шафирана. Ласточки. Хормейстер Шумская Ирина Викторовна. Концертмейстер Пиринова Ирина Сергеевна.
слова Орлова. Добрый ешь.
сопровождения эстрадный ансамбль под руководством Пузанова Андрея Васильевича.
Уткиной слова Смирнова. Мы видели войну в кино. Хор вокально-хоровой студии «Созвездие мечты» школы номер 90. Русская народная песня «Летел голубь». Обработка Натальи Ивановой. Хормейстер Иванова Наталья Владимировна, концертмейстер Кашевая Светлана Петровна. Thank you.
Музыка Дубравина, слова Суслова. Рояль. Симонова. «Жди меня». Переложение для хора Самариной. Хормейстер Казакова Ирина Валерьевна, концертмейстер Пановаренко Оксана Георгиевна.
музыка Боба Чилкота, маленькое джазовое место.